Всегда есть риск, когда вы проводите эксперимент на высоких скоростях в жестких внешних условиях. Тщательное изучение полученных данных и отснятый материал помогают делать анализ. В Сэндие используют самые быстрые камеры в мире, чтобы увидеть удар, происходящий за доли секунды. Обычная кинокамера делает 24 кадра в секунду. Эти камеры снимают от 1000 до 26 миллионов кадров в секунду. Чем больше число кадров, тем сильнее замедляется действие. К примеру, испытания носового обтекателя ракет снимались со скоростью 10 тысяч кадров в секунду. А теперь то же самое в реальном времени. Мы проверили хронометраж этого монстра? Нет. Эл Симмер, 30 лет, снимает испытания в Сэндие. Знаете, обычно самыми зрелищными получаются неудачи.